Нас очень много, у меня очень много друзей. Я голосовал, моя семья голосовала за президента, родные, близкие. Я понимал, что надо как-то показывать, что мы есть, и отстаивать свое тоже мнение. И сейчас мы ни одного пробега не пропускаем. И очень получилась достойная команда. Как бы вижу, что мы растем, растем и растем. Очень много желающих, очень много предложений, чтобы мы к ним приехали, другие города поддержали. Мы решили, что надо объединить по массовости все города, пройти, показать всем, что мы есть, от начала российской границы до города Бреста, героя. И побывать в Брестской крепости, возложить там цветы, отдать память. Побывать там на экскурсии. Я думаю, что будет не меньше 500 машин. Очень много звонков идет от простых людей, которые готовы. Вот мы выйдем, мы поехать не можем, но мы выйдем на трассу, будем махать флагами. Мы готовы приехать в точку пункта предпринимателей, там вам чай, кофе, бутерброды. То есть так столько звонков помощи, что я даже столько не ожидал. То есть как бы мы рассчитывали чисто на свои силы, а тут весь народ готов только. Я целью хочу донести, что надо объединяться, надо мирно. У нас пробег называется «За единую Беларусь». Мы не идем против кого-то. Мы идем за объединение. Мы хотим, чтобы нас увидели, что мнение не только в Минске есть определенно, а есть по всей стране, что нас очень много, и пускай принимают нашу сторону. Они делают вид, что нас нету вообще. Вот и хочу объединить всех единомышленников, чтобы к нам больше и больше присоединялись людей.